Всем-всем-всем, сэлемчики, братанчики и принцессочки, всем, ребята, здравствуйте. Ну чё, подъезжает у нас инсайды, но прежде чем вам рассказать про инсайды, я вам хочу показать видео, как я отыграл с боковым прицелом. Обязательно посмотрите, прожмите лайк, если вам понравится. Мне кажется, боковой прицел — это самый имбовый, самый лучший, который может быть вообще быть. Сегодня, ребята, с вами протестируем самый дешевый прицел. Это боковой прицел в соло режиме. Я хочу узнать, насколько этот прицел имбовый, потому что есть тепловизор, который стоит очень дорого, и 6x, и коллиматор, который где-то там 1800 стоит. И, ну, я решил, ребят, протестить боковой прицел и посмотреть, насколько же он просто жестко имбовый. При этом у меня тепловизоры, все 6x остались, но я их юзать, ребята, не буду. Сразу начинаем. Рез кидает самую попу, так скажем. И слева, скорее всего, будет типок бежать. А вот и он. Ну что, протестим боковой прицел. Зажим. Погнали! Неплохо, есть. Одна голова даже залетела и пацана в прыжке подловил. Отличный залет, вообще жесткий. И этот рез такой, знаете, неординарный, потому что все пацаны начинают двигаться. Так, сразу кроем типа. Я хочу еще на правой перебежке настигнуть пацана. Блин, сейчас бот, главное, не мешал бы мне. Справа тоже должны бежать. И тут надо, ребята, не вставать, а сидя идти. А вот и тип. Это на сколько метров? 172 метра, ребята, из бокового прицела спокойненько мы закрываем пацана. Очень даже интересно, хочу еще подлутать, но прежде чем залутать, надо зайти обязательно в магазин, потому что радейка нас тоже будет, ребята, ждать. Я надеюсь, там будет у нас хлеб, посмотрим. Есть, отлично, есть у нас хлеб. И даже видеокарта есть, 3090 Ti, по ходу дела. Так, ну еще самое важное, наверное, залутать пацанчика, которого я закрыл. Мне показалось, что он был 6 уровня. Давайте посмотрим, что же у него там интересно есть. Так, сейчас. Буль-буль-буль. Ай, фиолетовые, ребята. Эх, фиолетовые. Ну, возьмем патроны с бустами, наверное. Так, и надо выплыть. Пока тихо, никого нет. Опа, есть, ребята, у нас гости где-то. Сейчас главное не попасться на него. Вот здесь, где вода, блин, на самом деле самое сложное место отсюда выбраться. Если вы хотите выбраться возле магазина, либо вот тут, а надо идти. И если сзади будет тип, он по вам просто зажмет, и вы ничего с ним не сделаете. Вот, вот это, конечно, задержка с водой. Вот здесь, чтобы не выйти, очень тяжело. И приходится вот так вот, ребята, плыть и терять свое за драгоценное время. Здесь у нас пока чистота. Посмотрим. Так, окей. Вроде тихо. Никого вроде бы нету. Посмотрим. Есть. Ай-яй-яй-яй. Ах, не смог его зацепить. Думал, я его зацеплю, ребята, но не получилось. А так. Опа, есть шаги, ребята. Есть еще у нас тип. Нифига, сколько их тут-то. Сразу буду его, ребят, пытаться пушить. Все-таки боковой прицел и перестреливаться не вариант, если только принимать. Либо удар. Отлично, сразу голова залетела. У пацана четвертый шлем был. Так, я сразу пытаюсь уйти, посмотреть того типа, который... А я не смог, ребята, дожать. Может, он сейчас придет, вернется, и мы сможем с ним что-нибудь такое интересное сделать. Так, нету его. Ладно, погнали, типа залутаем. Плюс у нас есть хлеб. Это тоже огромное преимущество на радейке. У нас будет... Жирное-прижирное преимущество. Фиолетовый, как обычно. Возьмем жетончик с бустами, патронами. Ну что, ребят, скажу. Для начала боковой прицел себя реализовывает не очень-то и плохо. В принципе, нормально. Единственное, что бывает вот такие места. Вот эти, знаете, такие, типа туманы синие. Так это было. Синий туман. И когда ты вдаль смотришь, все-таки сливается там вот этот туман, облака. Когда вдаль смотришь. И в этом плане, конечно, с теплаком удобнее в такие моменты целить. Все-таки теплак выделяет типа с очень белым светом. И полегче его видеть и зажать даже бывает полегче. Но с боковым прицелом тоже можно, ребята, отыгрывать. Просто чуть-чуть надо отыгрывать агрессивнее. Вот у нас и трубчик валяется. Наверное, тоже будет фиолетовый, раз все здесь, ребята, фиолетовые. Так, посмотрим. Да, четвертый рюкзак, фиолетовый пацан. Сколько мы киллов-то уже сделали? Раз, два. На перебежке. Где-то, наверное, 3 килла я сделал. Блин, бот. Давай сейчас быстро телепортацию оформим. Сразу на станции дыма надо закинуть. Мало ли, вдруг там будет еще какой-нибудь тип. Так, бустануться надо. Опа, а вот и гости, ё-моё.
Хорошо, что дымы закидывают. Всегда, ребята, закидывайте дымы, когда отыгрываете соло. Даже хоть вы на 18 и 15 минут пойдете. Всегда оставляйте один дым. Пытаюсь его прифануть, не попадаю. Сейчас еще раз попробуем. Может, он там заляжет. Сейчас попытаюсь по рельсам откидать. Нету. Ладно, рисковать, ребята, не буду. Все-таки у меня баковый прицел. И пока я добегу, пока буду его выцеливать, мне его будет очень тяжело видно. Поэтому я решил, ребят, пойти по короткой. Все-таки это боковой прицел. А если у типа теплак, и он просто там с пикселя вас шлепнет, а вы даже не успеете зацелить и даже не увидите с бокового прицела. Поэтому, естественно, лучше сделать перебежку. Мне даже смоки не помогли бы. Вот, а так, ребята, всегда в соло-режиме оставляйте один смок, когда вы будете набегать на радейку. Либо по короткой, либо по длинной, но без смока очень тяжело. Потому что не ждануть могут в любой момент, все-таки это соло-режим. Так, ну короткая минута, 20-я минута. Я думаю, здесь, ребята, у нас гости должны быть по-любому. Короткая всегда обычно дожидаются до 17, до 18, а то и до 20-й минуты. Так, вроде бы чисто. Был бы тип, уже давно бы по мне зажал. Так, закинем молик. Надо забайте, типа. Сделаю вид, что бегу. Всегда здесь остаюсь. Опа, а вот и шаги. Ой, он вообще сзади, за коробками. Ага. Ля, хорошо, что не запушил меня. Так, сдавайте, пока. Отлично. Ой-ой-ой-ой, сколько с меня хп снял. Так, молик сразу закинем. Так, ну да, у нас там есть тип. Чтоб он не запушил, мне хаешку не закинул, граник не дал. Давайте еще один молик. И бустануться нам надо по возможности. Есть бусты? Есть. Так, сейчас дам, может, согретую хаешку. Ну, бустануться обязательно важно. Ну-кась. Нету, ё-моё. Дам ему граник. Не даю ему возможности, ребята, поджаться. Если он подожмется и просто будет меня закидывать, у меня будут проблемы. И в такие моменты, если вы оказываетесь в этой переночке, уходите сюда, на левую сторону, чтобы он ни хаешку, ни молик не закинул, ребят. Так, я пытаюсь его тут гранниками отпугнуть. Отогнать. Ну, я думаю, он там уже точно этим будет. С третьего гранника бы он бы отлетел уже. Так, неплохо. Сейчас мне его надо, ребята, потихонечку отодвигать и аккуратно его запушить. Желательно, конечно, забайтить. Так, ну, вроде бы его тут и нету. Отошел 100%. И вот тут самое сложное. Он может быть за коробками и может быть вообще с левой стороны. И тут важно его, ребят, побайтить. Ага, все. Ой-ой-ой, ужасно. Это мы забудем и запушим. Так, а вот еще одну приемочку закрыли. Надо бустануться еще раз. Ну как вам, ребята, боковой прицел? Напишите в комментарии. Мне кажется, достаточно неплохо отыгрывать боковой прицел. Себя реализовывать. Плюс это самый дешевый вариант. Но все-таки привычный все-таки с коллиматором. И с тепловизором. Но преимущество бокового прицела, если, допустим, вас тип пушит, и вы просто целите с бокового прицела, у вас будет торчать пиксель. И тип даже не сразу по вам будет попадать. В этом только и огромное жирное преимущество. Так, ну, надеюсь, тут и типа не будет. Смоки у меня уже кончились. Хотя я вам советовал всегда смог оставлять. Но я думаю, что я по длинной пройду. Не думаю, что меня будет там принимать. Видите, принимал тип, и поэтому у меня смоки закончились, ребят. Так, сейчас... Разрывы поставим, вроде здесь у нас никто не принимал. И когда вас обычно принимают, всегда загружайте огненные патроны, чтобы сбить ему прицел, когда вас будет кто-то с дева просто принимать. Это тоже очень важно. И когда уже здесь добегаете до склона, всегда разрывы ставьте. Close fight есть close fight. Так, ну вроде тихо. Тут тип меня не принимает. Походу он, наверное, радейку лутает. Угу. Уже 5 киллов мы, ребята, оформили. Сразу поменяем графику. Надо будет желательно добежать. Все очень тихо. Сразу, да, ребят, сразу. Просто максимально сразу пытаюсь поджаться, запушить. Все-таки, мне кажется, боковой прицел в радейке. Вот здесь у него преимущество гораздо меньше. Во-первых, плохо видно. И с бокового прицела вы не все увидите, конечно. Поэтому надо тут единственный момент, это только клоус отыгрывать. На крыше бы его вроде нету. Так, сигнализацию включили. Теперь у нас есть, ребята, инфа. Надо будет поджаться. Попытаюсь его тут послушать. Его шажки.
На двушке вроде тоже не видно его, хотя стрельба мне оттуда показалась шла. Хотя он может быть, ребята, и в туннеле. Давайте, наверное, в туннеле. Давайте постараемся. Опа, вот и у нас тип. Сразу на агрессии, ребят, надо будет залетать. По-другому никак. О, тут лутается, ё-моё. Вот, плохо зажим. Отлично, ребят, и есть у нас скилл. Только я не пойму, это тот тип. У него раз, два. Два компонента. Скорее всего, я думаю, еще на ратке должен быть типок. Я-то скорее только-только забежал. Откуда он забежал? Я только зашел по коротке, уже сзади мне тип, оказывается, бежал. Я мог просто его принять. Хотя этот пацан может с длинной за мной бежать, как вариант. Так, у него два компонентика есть. Чертеж, объектив. Так, патроны, бронежилет выпал. Шестой килл, если не ошибаюсь, и только первый бронежилет. Вот вам и соло-режим, ребят. Сразу давайте компоненты закинем. И залутаем этот ящик. Сейчас постараюсь, наверное, через воду его, ребят, запушить. Если там есть действительно тип. Так, броник заберем. Под сумку закинем, все остальное выкинем. Погнали, ребята. Сейчас еще буст. Я теперь понял, что буст надо всегда постоянно на полном юзать, так как у вас собаки будут всегда коцать. А, полный буст все это дело восстанавливает. Ага, тут залутано фиолетовые компоненты. На всякий пожарный приберем. Так, тут... Опа, смотрите, у нас что-то горит. Или это на мысе не горит? Опа, вот и хаешка, да? Все-таки, ребята, у нас есть где-то тип. Надо будет сейчас его как-то аккуратно выпушить. Вот и единственный жирный минус, когда вы пушите с туннеля, что тип вас может принять вообще за стенкой, за лестницей. Поэтому я не любитель этого места вообще, честно. А вот и тип сверху. Видите, он может везде стоять, где угодно. И снизу, конечно, неудобно пушить вверх. Поэтому давайте мы, наверное, наш план поменяем. Но у нас есть, ребята, план Б. В такие моменты я обычно байчу туннель низ и пытаюсь зайти сверху. Все-таки сверху всегда удобнее, всегда будет преимущество. Либо вы сверху стреляете по голове, либо вам тип снизу пытается зацелить голову, попадает все в ноги и в тело. Преимущество, все-таки есть преимущество. Его надо максимально юзать, особенно в соло-режиме. И вот таким вот наглым образом мы сразу подожмемся к нему. Я думаю, он еще пока вдупляет, думает, что я снизу. Так, черная дверь. Тут ящик залутан. Так, ну что он там? Где он там? Он... А, во, спалился. Блин, ну он, наверное, меня увидит. Ящик-то вот этот просвечивается на той стороне. Нет, ребята, не увидел. Хотя, подожди, а куда он молик закидывал? Может, на крыше кто-то есть? Давайте проверим. Ну, по поводу инсайдов теперь, ребята. Ну что, все вы знаете, что на карте, убивая босса, у вас выходит компонент по поводу новой карты. И в этой новой карте, как вы видите на видео, там и написано, что новая карта может быть покрыта снегом. Вот, ну что, ребята, разрабы наконец-то скинули нам пару инсайдов по поводу Метро Рояль в новом сезоне, о новой карте, и все-таки они говорят и утверждают уже на официальном уровне, что новая карта в новом сезоне будет, так что, ребята, это очень даже интересно, плюс там кидают они такие, знаете, новые инсайдики, типа в этой новой карте может быть две радейки, в этой новой карте может быть ночь, снег, дождь, напишите в комментарии, может вы даже лучше знаете, какие еще инсайды там могут быть, и я обязательно почитаю комментарии и поотвечаю, и подискутирую вместе на эту тему. Закину на всякий чисто пожарный, ребят. Фиг его знать, кому он молик закидывал. Тут тоже расслабляться не стоит. Так, давайте сразу попытаюсь выпушить крышу, если там есть действительно тип. Просто я не понял, куда он молик закидывал. Либо ему закидывали. Так, ну, вроде тихо. Да, никого нету, чисто, ребята. Ну, что, получается 7-8 кило сделали, да? Скорее всего, где-то 7. Минус 7 типов с боковым прицелом. Ну как вам, ребят, боковой прицел? Напишите в комментариях. Так, а вот и лут. Ой-ой-ой, нормальный такой. Не супер жирный, не супер вкусный. Такой средненький лут. Надо сейчас все остальное повыкидывать. Я не знаю, ребята, сделать 7 киллов. Надеюсь, у меня не будет никого тут типа и сюрприза. Никто меня не подсосет. Так, чертеж, объективы, линзы. Надо все это дело забрать. И еще полутать ту сторону. Библиотеку давайте посмотрим, залутана она или нет вообще. Тут у нас залутана. Сейчас пробежимся быстро второй этаж.
Письмо открыли, здесь открыли, тут тоже кейсы открыли. Оружейку тоже открыли. Но у меня плюс еще, ребята, есть хлеб. Вот это огромное преимущество, что я не могу торопиться никуда. И спокойно могу все осмотреть, залутать и улететь. Да, в соло режим просто один хлеб. Можешь полностью менять тактику игры, ребят. 3 миллиона 300 тысяч у нас. Сейчас еще чекну. Нулевой этаж. Скорее всего, там залутано. Вот я туннель не помню, залутан, не залутан. Тут залутано, тут все облутано. Да, все залутано. Скорее всего, первый этаж там тоже залутан. Что у нас вот по письму? Может, письмо выпадет? Опа, а вот они, залутанные ящики. Сейчас, может, черное письмо выпадет, и мы с вами, ребята, откроем черную дверь. Но, к сожалению, ее нету, ё-моё. Так, ну давайте кейс посмотрим. Вот, кстати, хотел сказать, видите, жирный минус, допустим, когда вы открываете ящик, вы можете отсюда двушку зацелить. Ну, а с бокового прицела вы просто ничего не увидите. Поэтому вот. На радейке, конечно, боковой прицел очень уязвимый. И с ним тут уже будет тяжеловато целить, зацеливать. Если вас закрысит, вы даже с боковым прицелом, я думаю, фиг что увидите. Тяжело очень увидеть. Даже графику если поменяете. Так, сейчас подлутаем немножко. Собак позакрываем. 3 миллиона 500 тысяч. Ну, боковой, конечно, прикольный прицел. Но все-таки, честно, брать не буду. Мне нравится больше коллиматор. Либо я просто привык коллиматор. Я пытался отыгрывать боковым прицелом в некоторых моментах, но понимаю, что все-таки эта рамка вот в бокового прицела, она вот такая квадратная, и кажется, что маленькая. У коллиматора кажется, она большая, и поэтому привычнее все-таки отыгрывать на этом коллиматоре. Просто привычка, наверное. Нифига себе. Два чертежа и золотой слиток. Уже 4 миллиона 100 тысяч. Неплохо. Кстати, напишите, а вы с каким прицелом играете? Может, кто-то вообще на голографе играет? Комментарии напишите, на чем играете, на чем вам больше нравится. Коллиматор, голограф или боковой прицел. Я имею в виду в клоусфайте. Может, вообще просто в клоусфайте в 6х жмете. Кто-то, кстати, играет тепловизором. Я видел, что ребята даже не заходя в ратку, тут залутно отыгрывают на теплоке. Так что жду ваше сообщение в комментарии. А мы сделаем небольшую телепортацию. Раз, два, три. Опа, ничего себе. Ну что, ребят, я залутал всю радейку, больше ко мне никто не пришел. 4 миллиона 900 у нас тысяч. 7 киллов, тире 8 сделал, точно уже не помню. На боковом прицеле. Хочу обязательно узнать ваше отношение к этому прицелу. Довольно самый дешевый прицел. И самый, мне кажется, имбовый по своей цене. Цена равно качество, неплохо отыгрывать. Единственная радейка, если отыгрывать карты без радейки, типа первую, вторую, четвертую, то боковой прицел имба. Ну, если у вас денег не хватает. Так, конечно, я бы отыграл на коллиматоре. Мне гораздо это все-таки привычнее. Ну что, давайте улетим на ветролете. В принципе, я думаю, неплохо отыграли. Боковой прицел, мне кажется, имба. Она, конечно, нестандартно стреляет, но нравится. Что у нас вот подняли? Один бронежилет, два слитка. Ну, и все остальное вот сами все видите. 7 киллов, кстати, 7 киллов. Ну, неплохо, думаю, нормально. Так что, ребят, кому видео данное понравилось, не забудьте подписаться на канал, прожать лайк, колокольчик. И всем до скорых стримов. Пока-пока.